Ну, а теперь давайте поговорим о том, как нам применять пациентоориентированный подход на основе приверженности в конкретных клинических ситуациях. Вот стоит, наверное, выделить практику подхода у врача, амбулаторного врача на поликлиническом приеме. И отдельно, в следующей части нашей беседы, мы поговорим о практике оказания такой помощи психиатрическим больным. Потому что понятно, что это отдельная когорта пациентов. Смотрите, вот когда мы с вами на амбулаторном приеме встречаемся с пациентом, то они приходят к нам с комплексом типичных критических и субкритических рисков. Что к ним относится? Но прежде всего это полиморбидность с преобладанием кардиоваскулярной патологии. И посмотрите, у лиц старше 60 лет почти 7 хронических смешанных заболеваний. Абсолютное превалирование при этом – это артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. 54% лиц старше 60 лет и 65% старше 70 лет имеют артериальную гипертензию. При этом 57% женщин и 64% мужчин старше 60 лет имеют ишемическую болезнь сердца. Следующий риск. Множественный несвязанный прием лекарственных препаратов при сочетании заболеваний разных групп. 68% лиц старше 60 лет и 87% лиц старше 70 лет у нас находятся вот в таком, ну, фактически состоянии полипрагмазии. Когнитивные нарушения. Не менее значимо, не менее важно. Они включают и деменцию, они включают в том числе субкортикальную артериосклеротическую энцефалопатию на фоне хронической артериальной гипертензии. До половины лиц старше 60 лет и 85% лиц старше 70 лет у нас встречаются с такой патологией. Синдром старческой астении, соматическая хрупкость, тот самый синдром, который сопровождается общей слабостью, медлительностью, непреднамеренной потерей веса, да? 45% с предастенией, 32% с астенией среди лиц старше 65 лет. При этом, обратите внимание, среди лиц старше 60 лет еще 52% – это лица с висцеральным ожирением. Ну и почти половина наших пациентов – это лица с низкой физической активностью. Вот все это вместе определяет прогрессирование и часто неконтролируемое прогрессирование многих хронических заболеваний. Но еще одним очень важным и малоучитываемым фактором является недостаточная приверженность лечению. 68% лиц старше 60 лет. Вот по данным суммарно тех исследований, которые мы с вами обсуждали несколько лекций назад. Помните, да, три уровня приверженности лечения. Это высокий, средний и низкий. При этом средний и низкий – это недостаточная приверженность лечению. При высоком, более 75%, медицинские рекомендации выполняться будут или скорее не будут. А вот все, что ниже 75%, там возникают проблемы. И вот давайте мы в этой части нашего цикла остановимся на стратегии, что делать, если у пациента недостаточно приверженность лечению выявлена при первичном или повторном приеме. При среднем уровне приверженности лекарственные средства мы назначаем в виде фиксированных или нефиксированных комбинаций, и одномоментное назначение трех и более лекарственных средств значимо снизит готовность пациента к лечению. Да? Регулярный прием средств более двух раз в сутки значимо снизит готовность к их приему. При низком уровне рекомендация о регулярном приеме лекарственных средств два или более раз в сутки, она вообще будет достаточно сомнительной. При этом существует высокий риск развития нежелательных эффектов при приеме препаратов, которые требуют или длительного титрования доз, ну, или обладают синдромом рикошета, синдромом отмены. Мы говорили с вами уже об этом немножко на прошлой лекции. При недостаточной приверженности модификации образа жизни – на что будет направлена медицинская стратегия? Рекомендации по ограничению нежелательных привычек должны быть конкретными и лаконичными, и не должны мы использовать рекомендации по полному отказу от таких привычек.
или мы их должны использовать в максимально понятной для пациента лаконичной форме, потому что, как правило, полные ограничения для такого пациента будут малоприемлемы или неприемлемы. Рекомендации по коррекции привычной диете по виду, частоте, кратности физической нагрузки нужно представить в виде конкретной лаконичной информации. Причем лучше такая информация, чтобы была для пациента в письменном виде расшифрована. Не так, как мы это обычно делаем в выписке, да, а более подробно. При низком уровне приверженности рекомендации по ограничению нежелательных привычек необходимо представить прямо в конкретном виде решений. То-то, 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 то-то. И полный или частичный отказ от нежелательных привычек маловероятен или невозможен. Общие рекомендации, они вообще будут в этом случае неэффективны. Вообще, коллеги, общие рекомендации – это такая наша с вами, ну, общая беда, когда мы говорим «избегайте стрессов». Но это совершенно безумная рекомендация, если разобраться, потому что понятно, что любой человек хочет избегать стрессов, но есть ситуации, при которых эти стрессы просто неисключаемы. Да? Пожилая бабушка, у которой там совместно проживает там сын-алкоголик, например. Ну, как ей избежать стрессов, да? И таких ситуаций огромное количество, да? Студент медицинского вуза, которому нужно регулярно ходить на занятия и аттестовываться. Это понятно, что необходимые стрессы, да? Поэтому в каких-то случаях, наверное, там, где это необходимо, нужно выяснить природу вот таких дополнительно травмирующих факторов, чтобы тоже по этому поводу дать какие-то рекомендации, но тоже конкретные, тоже понятные. Что касается медицинского сопровождения. То есть программу мы всегда основываем на минимальных визитах для пациентов с средним уровнем приверженности. Если низкий, нам нужно переходить к визитам по требованию. Вот на какие-то профилактические визиты, на профилактические осмотры такой пациент приходить, скорее всего, не будет, ну, практически не будет. Поэтому здесь для того, чтобы обеспечить наибольшую эффективность взаимодействия, нам необходимо для такого пациента дать четкие конкретные рекомендации, что сделать для обращения в режиме по требованию. То есть прямо конкретно, что из клинических симптомов должно быть для него значимым, на что ему нужно обратить внимание, и в каком случае или вызвать скорую помощь, или самому обращаться к врачу за помощью. Какие-то вот динамические рекомендации по самоконтролю состояния или отдельных параметров, они здесь будут малоэффективны. Ну и вот давайте опять вернемся уже в развернутом варианте к нашему с вами тому конкретному клиническому примеру. Еще раз. На прием приходит пациентка, женщина 72 лет, около 170 сантиметров ростом, с ожирением, с длительным стажем артериальной гипертензии, с неконтролируемой артериальной гипертензией, с чувством учащенного сердцебиения, но и здесь мы можем предположить, что все-таки это в большей степени, наверное, будет связано с избыточной массой тела, с одышкой при привычной физической нагрузке, с периодичностью отёчности стоп нижний третий игольник вечеру, да, то есть с признаками нарушения кровообращения с развитием хронической сердечной недостаточности. Мы видим здесь гиперлипидемию, дислипидемию. Пациентка у нас с остеоартритом, это значит, что она тоже, безусловно, будет какие-то средства принимать самостоятельно. Она не курит, она периодически употребляет алкоголь, за медицинской помощью она обращается редко, препараты она принимает нерегулярно. И вот когда мы с вами оцениваем ее приверженность лечению, что мы с вами видим? Что у нее все показатели приверженности и модификации образа жизни, и медицинскому сопровождению, лекарственной терапии, и интегральная общая приверженность лечению, у нее очень низкие, недопустимо низкие. И это выводит нас на разработку стратегий лекарственной терапии для низкоприверженного пациента со смешанной, но ведущей кардиоваскулярной патологией. Какой здесь подход? Вот смотрите, по стандарту, и мы тоже говорили, такая пациентка должна у нас получать не менее 7 препаратов. Но мы с вами ориентируемся на реальность, и мы ставим своей целью максимально минимизировать количество препаратов. Каким образом? Значит, в пациенте фиксированные комбинации, но пациентка толком не лечена, пациентка толком не обследована, и самое главное, что эта терапия пока не подобрана. Поэтому на первом этапе нам необходимо вот максимально детально установить доверительный контроль с пациентом и объяснить,
что ее лечение будет включать несколько шагов. Первый шаг – это прием относительно большого количества препаратов, которые ей нужно будет перетерпеть для того, чтобы мы правильно, обоснованно подобрали дозу, и затем мы ее постепенно будем переводить на все меньший и меньший прием количества препаратов. Вот такой условный свет в конце тоннеля. То есть это тот мотив, который значимо может поддержать стартовую приверженность. Дальше мы с вами определяемся с конкретными препаратами. Каким образом? Ну, прежде всего, мы анализируем препараты в группах. Что показано такой пациентке? Ингибитор АПФ? Безусловно. Диуретики? Безусловно. Бета-адреноблокаторы? Да. Статины? Необходимо. Вот если мы на четырех этих группах препаратов с вами условно остановимся, понятно, что в идеале это могут быть и блокаторы кальциевых каналов для гидроперидинового ряда длительного действия и другие препараты. Но вот если мы выберем с вами из семи показанных групп препаратов четыре основных, то в рамках этого мы начинаем работать. Сказали ингибиторы АПФ. Шаг 2. Выбор конкретного препарата. На что мы обращаем внимание? Препарат должен быть с максимальной длительностью действия. Препарат с учетом избыточной массы тела не должен активно захватываться жирами. Поэтому у нас с вами на выбор в данном случае три ингибитора АПФ. Это лизинаприл, это рамиприл и это периндоприл. Любой из них имеет свое обоснование, свое право на использование. Опять-таки, с учетом, что только лизинаприл является истинным лекарством и гидрофильным, то логичнее использовать в качестве первого препарата лизинаприл. Диуретик. Здесь, опять-таки, с учетом того уровня знаний, который у нас есть о пациентке, наверное, наиболее целесообразным будет выбор в среде тиазидных и хлорбензамидов тиазидоподобных диуретиков. И, конечно, выбирая из гидрохлортиазида или эндопамида, целесообразно делать выбор в сторону эндопамида, поскольку он обладает меньшим количеством нежелательных эффектов. Он клинически значительно в меньшей ситуации не оказывает диуретического эффекта. То есть он потенциально более приемлем для пациентки. Бета-адреноблокатор. Точно так же здесь ориентируемся на что? Длительность действия, минимизация дозы, минимизация рисков синдрома отмены. Да, помните, что у всех адреноблокаторов синдром отмены есть, причем он дозозависим. С точки зрения продолжительность действия, эффективность, здесь следует смотреть о препаратах таких, как бисопролол, либо небивалол. Ну и в отношении статинов, по сути дела, здесь у нас тоже не очень большой выбор. Это аторвастатин, это розувастатин, ну и это питовастатин. Вот из этих трех препаратов, наверное, в условиях клинической практики целесообразно остановиться на розувастатине. Он наиболее проверен сейчас с точки зрения применения, да, терапии кардиоваскулярных пациентов. В современных условиях он ксенобиотически дает меньшую нагрузку, чем аторвастатин. У него очень хороший профиль биологической переносимости. Вот когда мы с вами выбрали 4 этих препарата, смотрите, в чем тут особенность. Первое. Все 4 этих препарата можно назначить одномоментно. И вот если вы помните последние европейские рекомендации по артериальной гипертензии 2023 года, и российские, думаю, к ним будут адаптированы, время назначения препарата не имеет значения в течение дня, то есть назначимо не сказывается ни на продолжительность, ни на качество жизни, а вот однократность приема сказывается. Поэтому, когда мы с вами используем, например, лизинаприл, индопамид, небивалол и розовостатин, то все 4 этих препарата имеют продолжительность действия 24 часа и более, соответственно, все они могут применяться один раз в сутки, а биохимическая нейтральность розовостатина позволяет назначать этот статин, независимо от приема пищи, вместе с другими лекарственными средствами. Таким образом, вот для данной пациентки первое решение, которое мы с вами эффективно принимаем, это все эти препараты будут назначены одномоментно, нужно согласовать в неудобное время, скорее утро или скорее вечер, и дальше мы оцениваем переносимость лечения, мы оцениваем достижение, степень целевых параметров, и мы титруем дозы.
То есть мы титруем дозы до надежно поддерживающих терапию для того, чтобы обеспечить должную эффективность вмешательства. После того, как мы с вами убедились, что клиническая эффективность обеспечена, что она достигнута, мы формируем терапевтическую систему. То есть мы по возможности формируем с вами лекарственную терапию. И смотрите, здесь у нас с вами лизинаприл, индопамид и розовостатин могут быть объединены в одну терапевтическую систему или альтернативно лизинаприл и индопамид в одну, небивалол или бисопролол с розовостатином в другую. Таким образом, в любом случае, мы из четырех лекарственных препаратов формируем две комбинированных, фиксированных комбинации. То есть мы уменьшаем количество назначаемых таблеток до двух. Дальше мы смотрим о необходимости возможности расширения лекарственной терапии. Опять-таки обсуждается с пациентом. И дальше мы анализируем и корректируем результаты. То есть вот такой подход на основании учета низкой приверженности лекарственной терапии позволит нам решить этот вопрос. Стратегия модификации образа жизни. Мы анализируем отдельно физическую активность, отдельно нежелательные привычки и отдельно пищевые предпочтения. По физической активности. Если мы выявили недостаточную физическую активность, нужно дать просто выполнимые конкретные рекомендации. Например, ходить пешком не менее 20 минут в день. Вот этого будет более чем достаточно, потому что если этот подход позволит повысить физическую активность, это будет нужное движение вперед. При наличии рисков влияния нежелательных привычек на течение и прогноз заболевания, на лекарственную терапию, нам необходимо корректировать терапию с учетом таких рисков. Но вот в данном случае то, что мы с вами назначаем для пациентки, оно не требует коррекции с точки зрения диеты. Все четыре препарата перечисленных, они достаточно метаболически нейтральны сами по себе. Вот, и это в какой-то степени облегчает нам руки. Но единственное здесь, что это употребление алкоголя, но и здесь, безусловно, необходимо мотивировать пациентку на стратегию по ограничению употребления алкоголя, но при этом мы должны понимать, что все четыре назначенных препарата в терапевтических дозах значимо с этанолом не реагируют в биологической системе, то есть они каких-то грубых изменений не вызывают. Это тоже важно с точки зрения поддержания приверженности. Ну и, собственно говоря, когда мы говорим о пищевых предпочтениях, нам необходимо оценить риски частоты и объема употребления конкретных продуктов и дать предельно простые рекомендации. Вот если пациентка злоупотребляет или просто использует подсаливание пищи, то предложение должно быть очень простое. Уберите со стола солонку, не подсаливайте пищу. Любая пища должна быть чуть-чуть недосоленой. Вот это то, что будет воспринято, это то, что мы с вами реально увидим в клинической практике. Недопустимо абстрактное ограничение компонентов диеты. Нельзя говорить, не ешьте все острое, уберите пряное, копченое. То есть это позитивно никак не повлияет, а негативно повлияет. Ну и здесь, соответственно, мы оцениваем мониторинг выполнения рекомендаций, ну и при необходимости их корректируем. Медицинский мониторинг, стратегия медицинского сопровождения. На что мы обращаем внимание? При анализе врачебного и лабораторного инструментального мониторинга мы должны разработать для этой пациентки программу медицинского сопровождения, основанную на минимально необходимом количестве вмешательств. Нужно обязательно разъяснять пациенту значение таких вмешательств для его здоровья и жизни. Поэтому здесь, в данном случае, вот если нам требуется, например, суточное мониторирование ЭКГ или АД, пусть оно будет один раз в год, согласуем с пациенткой дату, плановость визита, и нам необходимо ей детально объяснить, для чего это нужно. Контроль, например, печеночных ферментов на фоне применения статинов. То есть нужно, опять-таки, да, за счет того, что розовостатин у нас, хотя метаболически нейтральный, но он, тем не менее, может все равно вмешиваться в крахмальную активность, то это необходимо, но нужно, опять-таки, четко объяснить, когда. И по возможности в этом случае нужно совмещать у пациента визиты на лабораторные диагностические визиты с инструментальными. Потому что там, где он сможет прийти один раз, он уже не придет два раза. Ответственный самоконтроль.
Здесь тоже нужно будет исходно понять, готова ли будет пациентка сама при необходимости варьировать лекарственной терапией. Но вот это такой очень аккуратный момент, и с точки зрения того, что мы все-таки за основу берем лечение пациента с гипертонией, адекватно подобранная лекарственная терапия здесь не потребует таких дополнительных вмешательств. И точно так же мы с вами оцениваем мониторинг и мы корректируем рекомендации. Вот на трех последующих слайдах будут примерные рекомендации для пациентов с недостаточной приверженностью. Я не буду детально их озвучивать, поскольку у вас доступ к этому образовательному циклу всегда есть, и вы сможете его реально всегда оценить. Но посмотрите просто вот на эти речевые модели, потому что они помогут вам сформировать свою речь для того, чтобы максимально эффективно адаптировать себя к дальнейшей помощи нашим пациентам. Главный вывод, который мы с вами должны понимать, управляя лечением на основе приверженности, это при хронических заболеваниях не нужно пытаться изменить приверженность пациента. Проще, надежнее, эффективнее адаптировать лечение пациента к его индивидуальной приверженности. Традиционно, если будут какие-то вопросы, вы можете перейти к нам по QR-кодам.